Всем привет, дорогие друзья. Это Грохот, и мы сейчас попробуем все-таки пройти этого чувака. Тоже нам устали. Ну где сейчас? О, а что это поменялось, Изи? А, ну и да, я же чуть-чуть прокачал уровень машины. Было дефикут. Конечно, как там выиграешь, там напрямую начать. And I need to send a guy to St. Louis. So this is how it's gonna be. Winner gets a promotion. Loser takes it as a life lesson, and this argument is over. Winner here takes another step towards the ink. То тачка быстрее на старте. Чего? Все. Ага. Первый раз ты мне выиграл. Так. Прокачаем эту машинку пока что. Good work. Now listen, I own Detroit. No question about that, so I'm branching out. Head down to St. Louis. I got some things I need you to do. Что нам нужно сделать? So, how'd it go? Good. Troy's moving on St. Louis, and I'm his weapon of choice. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh, and be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. I'll be in touch. Ah, это достопримечательности. Интересный завод рассматривает. Класс. Всегда мечтал. Так. Ставим маячок. Нам ехать куда? Ого. Класс. Далеко ехать придется. Прям как Need for Speed The Run. Может чуть покороче. Не понял. А. Поехали. Сент-Луис, по-моему. Как называется, куда нам нужно добраться. Да, здоровенный, конечно, мир. 10 тысяч км. Сейчас наконец-то насладимся путешествием. Надеюсь, там красоты будут. Помню, как Need for Speed The Run смотрел красоты окружающего мира, что нарисовал. Было супер. Особенно, когда забирали. Прыгать я не буду. А
простите, ребята. Я не успею просто. Он завис на меня. Это еще желтая. А, это еще, да. Взял дорогу на дверь. Стекло само по себе заросло. Спецкилл не получился. Да еще какой. Смотри, мою душу. Что еще? Нет, я туда не могу ехать. Прикольно, что, кстати. Засмотрелся. Где тут камеры-то могут быть? Это же ж дорога сплошная. О, попы. Не-не, только не меня, не тарани. Один здесь сколько. Ну, заправка. По левую сторону была. Какое-то развлечение для его пути.
как успели. О, еще что-то открыли. Классный. Дофига надо. О, нет. Это были копы. Ты издеваешься? Ты же фиг знает, куда заехал. Карта верна. В чем разнообразно все-таки не повторяется. Ну и машины на дороге тоже надо, чтобы одинаково ехать. И это все лишь чем бета-версия. Вот когда полная версия будет здесь все подать. Как я сказал, Troy's got a little crowded for a man of my ambition. Вот он приехал из Сент-Луис. Потемнело. Кого? Убить? Он что, фонарил? Луис. Troy wants me to kill the St. Louis V2. Nemet. Take her down. I'll work on getting her off the streets. Protective custody, something. Get after her. На моей машинке. Мне же все-таки не внедорожник, как у него. Ого. Hey, pull over now. So you can put a bullet in my face? No, you're one of Troy's guys. I know how you roll. It ain't like that. I'm trying to help you. You want to help me? Get the hell back to Detroit.
О, это баба. Нет. О, нет. Нет. Я злой, уж ты. Одна минута осталась. Блин. Я еще отстал. Вот насколько. Что это? Что это за туман какой-то выпустил? Я должен таранить, если я... Давай! 10 секунд. Фу. На последних секундах вышло все-таки. О, а это что за глюк? Надеюсь, я не убил. Hey Zoe, we need to get this girl out of town before Troy finds her. Okay. Keep him busy while I work it through. I killed her. Stone cold. With the V2 out of the game, we can start claiming territory for Detroit. Check your map for races, records to break, any way you can kick some St. Louis ass. Так. Куда-то еще надо ехать. Очень маленькие шоу-гоночки эти проходить. Надо еще левел докачать. Это тоже нельзя. О, вот это jump skill. А нет, стоп, мишен. Fast travel. Где тут прыжок? Блин, я проморгал прыжок. Новый левел. Ура! Золото.
Почти докачал. Нужен шестой. Что тут еще есть? Спецкий.